Друзья, мы находимся в университете Гонконга. Это потрясающее учебное заведение. Но я вот здесь второй раз. А вот мы видим Александра Евгеньевича, который знакомится с правом компании в Гонконге. Он уже здесь третий раз. И я думаю, он поделится своими впечатлениями вот этого университета. Александр, здрасте. Здравствуйте, Михаил. А вы здесь какими судьбами? А я вот примерно такими же, как и вы. Ну, отлично. Давайте я вам проведу экскурсию по замечательному кампусу Гонконгского университета. Вот если мы посмотрим туда, там находится как раз-таки центральная башня, в которой учатся студенты-юристы. Это переход из одного корпуса в другой. Где-то там находится книжный магазин, где мы купили огромное количество книг, которые пригодятся нашим студентам, а также для тех, кто захочет зайти в Центр азиатских правовых исследований юридического факультета МГУ. Вот где-то там, если вы посмотрите туда, находится бухта. Там паром, и оттуда можно уйти в Макао. А если вы посмотрите туда, там находится аэроэкспресс, который увезет, я надеюсь, завтра меня в аэропорт, и я вернусь обратно в Москву. А Михаил останется здесь продолжать расследование по поводу юридических аспектов в Гонконге. Коллеги, мы очень рады, что наше путешествие подходит к концу. Мы очень ждем нашей встречи. И поверьте мне, эта встреча будет незабываемая для каждого из вас. До встречи. Мы вернемся. Ура!